Москва, 6 Сенрия новости. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал Соединенные Штаты Америки варварами, после отказа ему в визе, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Великое демократическое американское государство, оно живет по своим законам, по своей логике. Такое впечатление, что они всех нас пытаются вернуть в средневековье, варвары. Если бы это была чисто спортивная позиция, будьте сильнее и побеждайте какие проблемы. Я не думаю, что связано со спортом, заявил глава ФСБР в интервью радиостанции. Ранее стало известно, президенту Федерации спортивной борьбы России Михаилу Мамиашвили отказали в визе в США, в результате чего, Мамиашвили не сможет присутствовать на чемпионате мира по греко-римской, женской и вольной борьбе, который пройдет в Лас-Вегасе с 7 по 12 сентября и станет основным лицензионным турниром на Олимпиаду 2016 года.